Здравствуйте, дорогие зрители. Новое коротенькое видео, посвященное диаграмме Воронова, только с одним маленьким любопытным дополнением. Тут вот такой нод. Hop Snake, кажется, так он, наверное, считается. И что он вообще делает? То есть в чем его суть? Смысл в том, что он, как я понял, точнее, это вообще видео, кстати, из двух частей. То есть вначале мы создадим любопытную структуру. Вот, и как видите, оно по сути живет, оно живое. То есть постепенно скорость просто маленькая, параметры невысокие поставил, поэтому он не сильно меняется. Вот. По факту, то есть, грубо говоря, для чего это можно сделать? В архитектуре, наверное, непосредственно как в объеме формообразования это особо никак не используешь. Вот. Ну, по факту это можно применять в дизайне, в фасадах, в чем еще? То есть витраж какой-то, например, красивый сделать, опять же, можно. По алгоритму он выстраивает нам все очень хорошо. Единственное, что нужно очень осторожным быть с вот этим параметром, с параметром натяжения. То есть в минус его не уводить. Потому что лажа получится. Сейчас я найду где-нибудь. У нас тут вот с минусом циферка была. Так, единичка — это в принципе много. То есть, ну, во-первых, не уходить сильно в плюс, потому что начинает происходить такое вот дичь и сатанизм. Это можно на определенном этапе сохранить. Но я не знаю, для чего такая вещь понадобится. Или вообще такое вот безумие. Хотя, опять же, как бы, то есть мы можем взять, сделать стоп. Он даже не срабатывает. Сейчас. Я подведу, чтобы было поудобнее немножко манипулировать. То есть вот поплыло, да? Все, вот оно остановилось. То, когда мы выводим параметр далеко вверх, он уже даже не может остановиться. Сейчас мы сбросим, обновим. То есть вот пошло масштабирование. Стоп, видите, останавливается. То есть там оно медленно уже под конец идет, но все же. А когда мы вот сюда вывели, он уже не остановится, не может остановиться. А нет, сработало еще. Ну или глюк, или я криво тыкал пальцем, не знаю, попробуйте сами. Сейчас давайте еще контрольные. То есть
Reset all. А, нет, стоп, я не запустил. Сработало. Дальше смещаем. Перевели в такую дичь. Стоп. Сработало. Странно, потому что да, вроде бы я точно так же нажимал стоп и не хотела. Но принцип такой вот. И что дальше? В чем смысл был того, что я как бы делал? Можно сделать вообще, если у вас производительное железо, потому что как бы скрипт короткий, но вот эта вот вещь, она, мягко говоря, поджирает чуть-чуть. Ну, немножко, но все же. Но сейчас оно легкое, потому что это все в плоскости. То есть я сделал в горизонтальной плоскости, можно фронтальную, неважно, там, какую сделать. Если же сюда еще накинуть оболочку, то оно уже не будет так весело двигаться. То есть, ну, смысл в чем? Вот сюда можно, вот у нас эти кривые, которые на выходе, подключить. Еще добавить коротенькую веточку, которая нам позволит сделать фасад наподобие как... Наподобие, как вы сейчас видите, вот тут на экране. То есть, вот мы подключаем кривую. Он задумывается. И у нас получается такая вот поверхность, состоящая по сути из пузырей. Где это лучше видно будет? Ну вот такое вот, что ли. Я высоко задал для этого масштаба, конечно же, маленькие ячейки криво смотрятся. Можно еще пустить по закономерности смещение вот этих всех точек, чтобы центральные побольше. Чтобы центральные побольше смещались, которые большими являются, а крайние поменьше. Но это уже смотрите на свое усмотрение. Ну вот, как-то так. Файл можете найти там во вложении. Поэтому, кому интересно, качайте, экспериментируйте, работайте. Ну, вот, то есть вообще из чего, так, вообще из чего он состоит? Эту ветку я отключу опять, потому что если начну изменять автоматически, то он будет сильно тупить. То есть тут по сути мы делали, что мы делали обычную ячейку Воронова в начале. То есть вот это вот была первая часть. То есть по сути было сделано все вот это вот. В том числе смещение точек. Алгоритм, отвечающий за их движение. То есть определялись, видите, вот, то есть... Изначально от изначального Воронова, то есть нодом Curve Closed Point определялись ближайшие точки к кривой. Это, кстати, работает как на квадратах, так и на треугольниках, на каких-то более сложных поверхностях. Я имею в виду в плане линии, то есть не обязательно линия должна быть прямая, то есть может быть и кривая. Вот, видите, все эти точки, и потом уже
исходя из просчитанных этих точек, ближайших, определяется смещение. И вот эта вот вещь, по сути, зацикливает. Ну, вот, это если вкратце такой принцип. В общем, разбирайтесь, экспериментируйте. Соточки расползаются, и все. В общем-то, за счет этого срабатывает. Сейчас. Много точек открыто. Ну, хотя они, нет, но если не запустить вот этот нот, оно работать, грубо говоря, не будет непосредственно в таком вот режиме. А может, что будет, сейчас глянем. Ну, видите, в сумме тяжелая вещь получается, поэтому тупит. Интересно. Тын-тын-тын. Нет, то есть оно вот именно когда не запущена вот эта вещь, то есть он не просчитывает. Поэтому, в общем, качайте, смотрите. Пользуйтесь на здоровье.